разбавителю, ну, как бы вытечь, испариться. То есть немножко угомониться разбавителю даже. Можно здесь немножечко тоже дать идею вертикали. И вот немножко застыть минут на 10. Теперь берешь коричневый, берешь голубой, берешь розовый. Вот такими хулиганскими действиями. Желтый берешь тоже. Желтый, розовый. Голубой, коричневый. Набираешь идею вот этого множества. Вот такое дурашливое, но немножко вот по такой траектории. Потом более черно, без всяких разделов, появится здесь темнота. То в пользу голубого появится, то в пользу коричневого появится. Белильца, желтильца, розовильца. Хоровод цветов. Вот таким уштриховыванием наберешь. Это еще будет не финишное. То есть мы еще будем с этим работать. Но само пятно сделать. Сделаешь этот хоровод цветов немножко с маревом света вокруг будущих цветков. Смотри, я создаю сейчас марево. Не цветки сами по себе, а некое марево, в которое будут вписаны цветки, и над ними будет это марево. Хорошо? Ну, пока, давай. Теперь берешь коричневый, берешь голубой, берешь розовый. Вот такими хулиганскими действиями. Желтый берешь тоже. Желтый, розовый. Голубой, коричневый. Набираешь идею вот этого множества. Вот такое дурашливое, но немножко вот по такой траектории. Потом более черно, без всяких разделов, появится здесь темнота. То в пользу голубого появится, то в пользу коричневого появится. Белильца, желтильца, розовильца. Хоровод цветов. Вот таким уштриховыванием наберешь. Это еще будет не финишное. То есть мы еще будем с этим работать. Но само пятно сделать. Сделаешь этот хоровод цветов немножко с маревом света вокруг будущих цветков. Смотри, я создаю сейчас марево. Не цветки сами по себе, а некое марево, в которое будут вписаны цветки, и над ними будет это марево. Хорошо? Ну, пока, давай. Возможно. Показал же, что только не эту амплитуду. Да, ну. Ну вот, вот, вот. А как же? Вот. А где вот амплитуда. Я понял, ты чашу рисуешь, да, цветка? Нет, не так вот. Где цвет цветков? Где? Ты видишь, там в тени вот такое в свете. Видишь? Нет. Жаль. Смотри, вот такое. Снизу. Снизу они как будто подсвечены изнутри. Смотри, вот такие они снизу. Опять же, как ягодка на свет, такие они изнутри. Расположение правильно? Нет. Ну, крупновато. Просто их расположение сейчас крупновато. Чуть-чуть все-таки они собраны.
очень многие люди, когда рисуют, когда что-то вырисовывают, уточняют, увеличивают в размерах. Угу. Ты продемонстрировала это весьма. Поэтому с какого-то момента начинай за собой следить. Вот такое звучание. Вот такое. Тень между ними, смотри. Угу, угу, угу. Эти двое немножечко срослись. Угу. Как бы очень мутно, да? Очень призрачно. И там, где в головочке у них собраны сгусток, вот он. Чуть-чуть с теневыми. Согласна? Я стараюсь. Я пока так не... И пальчичком тоже можно туда подгонять вещество. Есть там вот такие янтарные проявления цвета. Смотри, они тающий характер имеют. Моделируем идею множества похожим образом и здесь. Если мы все срисуем в этой манере, то и будет понятно. Да. Да, можно. У тебя еще есть возможность кинуть лепестки. Вот так. Смотри, с одного движения вот такой ромбик. Угу. Вот такой ромбик. Если что, тоже пальчиком можно. Легкую очерченность дать. Прикольно? Стволики. На стволиках где-то можно чуть-чуть мигнуть светлостью, но в основном темностью. Да. Темные пятна. То есть как бы листья в глуши букета. И в том числе предстоит сделать вот такие какие-то действия. Прикольно? Да. Ну давай. У тебя. Там есть мазочки как бы ни о чем.
Есть такое, да? Да, я боялась. Вот что-нибудь такое. Что-нибудь такое. Они оранжевят. Да, кстати, он даже здесь есть у него. И даже легкие лоскуты этих мазочков поразбросаны, да, там-сям. То есть это хитрости, это как бы отвлекухи. Вот здесь дальний цветок, вот здесь этот цветок и сосед у него рядышком. Ну, уже немножко раздвинется здесь. Тут желательно сделать несколько движений, не натоптать мелочевки, а сделать буквально несколько удачных движений. То есть погонять краску, пока не ляжет удачно. Есть некое как будто она пахнет. То есть свет от нее клубится. Свет, а может быть и сам запах. И здесь тоже как будто клубится. То есть это то, чем он наполняет содержательную часть. Этот цветок он даже подрезал мощно. Есть такое, да? Эффектно? То есть, если вот произошло эффектно, то уже, даже если оно не совпадает с содержанием, пусть лучше будет эффектно. Здесь чуть-чуть темноты. Итак, создашь вот это вот сияние. Там, по-моему, еще за вот этим цветком еще один. Ну, потихонечку становятся они похожи на цветы. Ага. Все теневые вот такие раздавленные, хорошо? То есть не делай их. Не делай их плотными, вот такими раздавленными и сохраняешь, хорошо? То есть совершенно неразумно бояться цвета в таких случаях. Ладно, здесь можно не понять, что там делать. Кстати, вот это завихрение тоже неуместно. Да. Понимаешь, цветичек, нежненький. Посмотри, что творится сразу. Шляпочки сойдут вот эти?
Немножко густоватый и понатыкано все-таки. Есть там и некоторая смуглость, правда? Угу. Правильно. Много, очень много всего. Как тебе этот чирк? Знаешь, как есть такие слова, поэтическая форма. Летит полет без птиц. Так вот здесь как будто запах без цветка. И белизне тоже цвет, смотри, желтый. Угу. Ты понимаешь? Угу, угу. И здесь ты его побоялась, цвета-то. Угу, конечно. Почему конечно? Смотри. Боюсь. С цветом он гораздо интереснее. Да. Такой напряженный. Ты видишь, что там? Понятно, что в природе там ничего подобного не было. Но как хороши. Я пыталась здесь тоже бордовое немножко. Где? Вот эти вот. Это же я так смелая была. Это правда. Осмелела. Здорово. Да? Вообще, я пришла обезьяна весь вечер. Ты видишь, можно иногда вот так вот просто подрезав показать силуэт. А вот есть очертания вазы или что? Не, никакой вазы. А можно так положить тоже чуть-чуть, чтобы не было, ну, ската такого, такое ощущение, что сейчас. Меня к вам послали из модели. Что? На модели? Меня подружка живет. Модели пришла? Ну, зимой. Он тоже ходит на мастер-класс. Я делала. Короче, там прославили. У нас очень хорошо.
Угу. Ну да, я долгое время на Украине был. Сейчас мы так открыто все. Собственно, я крымчанин. Я слышала, что столько тысяч. Прикольно? Да. Все. Все. Да? Ну, почти да. Ну, я даже не рискнула. Ну, хорошо, хорошо.